Все на уборку. С конца марта в городе начался месячник по весенней уборке территорий. Городским головой утвержден график проведения городских субботников. Как готовят Парк Победы к майским праздникам, видели наши корреспонденты. Все это сухостой и аварийные деревья. За пару дней спилили 36 стволов. Полученную таким образом древесину выбрасывать не стали. Учтя опыт прошлых сезонов и аншлаги в парке, тут же соорудили декоративные лавочки в бревенчатом стиле. Мы пиломатериалы эти на свалку не вывозили, а из них вот изготовили такие вот типа лавочек, где горожане могут присесть, как бы отдохнуть. Территория парка занимает 19 гектаров. После зимы пришлось ремонтировать металлоконструкции, спортплощадки и малые архитектурные формы. Концепцию Парка Победы считают завершенной. В существенной модернизации нуждаются другие объекты. Мы довольно-таки серьезно в него вложились в предыдущие годы. У нас есть другие парки, скверы, на которых надо проводить работы. Поэтому конкретно дубовая роща будет изменяться в этом году. 12 числа планируют массовый субботник по очистке парка металлургов. Согласно графику, порядок во всех парках и зеленых зонах города должен быть наведен до 18 апреля.